Так, мы снова в эфире. Сегодня тот самый день, господа. Хасан, как обычно, появится в 16:30. Мы знаем, что он передвигается с 6 охранниками. Двое остаются у машины, четверо идут с ним в отель. Один в фойе, другой на этаже рядом с лифтом. Парень снаружи у номера и один в номере. Там наша цель. У вас 4 минуты, чтобы добраться до машины и свалить. Вопросы? Хасан влезет в багажник? Еле-еле. Совсем не сложно. Как два пальца. Дасти, мы двигаемся. Хасан что-то сказал? Вот дерьмо, это я к этому. У меня его телефон и ноутбук. Вот план. Здесь. Прием. Блин, доберись до точки эвакуации как можно быстрее. Дасти, ты там на связи? Так точно. Нужно залезть в этот ноутбук отсюда. Прием. Подцеплю его к мобиле. Импортируем данные позже. Давай сейчас покопаемся. Понял. Контакты, расписание, залезьте везде, куда сможете проникнуть. Прием. Сейчас пик. Не спускай глаз с дороги. Дасти, это еще кто-то? Это охрана Хасана. Бегите дальше. Не нравится мне этот парень. Дасти, не слышу тебя. Не можем оторваться от него. Опа. Дасти, ты где? Ты здесь, я ищу новый путь. 6 кварталов. Как называется улица? Быстро. Брат, скажи что-нибудь. Что за дела? Айли Гарол, оторвитесь от них. Пытаемся от него оторваться. Дасти, все готово. Законнектились. Понял. Связь через путник. Держитесь подальше от туннелей. Ты шутишь, да? Делайте свою работу. Вот он. Осторожней, нам еще нужно выбраться отсюда. Он приближается. Базар, впереди две машины. Они заблокировали дорогу. Все понял. За вами еще одна машина. Все понял. Дальше направо. Что ты предлагаешь? Идите машину. Он пытается преградить нам путь. Справа. Дасти, мы на шейха Зайда. Здесь мы от них не оторвемся. Он валяй его не делает. Один готов. Осторожно, слева. Дасти, черт побери. Готов. Интересно, он был застрахован. Вижу, через 200 метров направо. Давай, давай! Он готов. Лично я здесь. Езжай быстро, Мазар, вы не одни. У банкира столько охраны. Странная это место. Об этом не волнуйтесь. Уже от преследования не избавились. Как передать это? Все хорошо, передаю медленно, но стабильно. Уходите с открытого места.
Ричард, тормози. Пока он проедет. Вижу впереди машину. Ясно. Подожди. Пусть на чеку. К тебе направляются плохие парни. Понял. Все понял. Помедленнее. Черт, засеки, двигай. Отделайся от этих парней и уйди с открытого места. Причем тебя кто-то загоняет. Очень быстро. Все понял. Так, все нормально. Затаимся. Базар, какова обстановка? Все нормально. Стой. Стой. Опять за свое! Направо, к зданию!
там? Вас слышу. Связь восстановлена. Поменяйте машину. Вы возле автостоянки. Ее видно на GPS. Понял. Рич, направляйся к автостоянке. Через 500 метров слева. Поменяйте машину и сидите тихо. Поехали. Ага. Вон выезд слева. Дополнительный транспорт, Дасик. Быстро. Избавимся от этой развалюхи, возьмем Хасана и смываемся. Кого еще черти принесли? Дерьмо, откуда они лезут? Пошли, пошли, уходим! Ваша, как нам выбраться? Я вас не вижу. Следуй прямо. Давай наверх, уровень. Прямо. Ничего страшного. Продолжай ехать. Ей направо. Обратно вниз. Hey, you've been up.